Здравствуйте, зрители и подписчики моего YouTube-канала. Это видео будет о недавно найденном уникальном археологическом месте в Украине. Это древний Кромлех, который, согласно официальной исторической версии, примерно ему 5500 лет, то есть это начало Медного века. В этом месте древние люди, ну, конец каменного, начало Медного века. В этом месте древние люди на протяжении нескольких тысяч лет захоранивали своих людей. И согласно официальной версии, там обнаружено около 20 гробниц. С 5500 года назад до примерно 4000 лет назад. Примерно. Все это согласно только официальной версии. Кромлех — это такая интересная археологическая структура, которая напоминает кольцо из камней. Параллельно с моим изображением будет показано видео раскопок оттуда. Как я уже сказал, обнаружили эту структуру примерно в апреле 2021 года. Сейчас там и последние несколько месяцев проводятся активные археологические раскопки. Место было обнаружено случайно во время строительства дачного поселка. И случайно наткнулись на этот такой небольшой такой курганчик, холмик. А в нем был обнаружен довольно-таки крупный кромлех. 5500 лет назад — это конец каменного, начала Медного века. Переселение древних народов. Относительно недавно, примерно 5800-5600 лет назад, произошло очень интересное явление, так называемый Ноев потоп, Бруклей-кратер в Индийском океане. И циклопические цунами прокатились по, ну, можно сказать, по прибережным районам всего земного шара, а особенно прибережной области всего Индийского океана, от Мозамбика, Южной Африки, до Мадагаскара, до Красного моря, до Саудовской Аравии, Йемена, до этой убаид периода Месопотамии, до территории более позднего Элам, это современный Иран, до Индии, до Индонезии и до Китая. Так что этот кромлех очень древний. И можно сказать, что уникальный. Можно сказать, что даже согласно официальной версии, якобы он древнее Стоунхенджа и древнее египетских пирамид. Вот эти вот вертикальные камни, они, некоторые из них ростом больше, чем человек. Сделаны они все, согласно официальной версии, искусственно, ну, путем, ручным путем людей. Что еще можно сказать? В этих небольших захоронениях там было обнаружено мало предметов, и согласно официальной версии, якобы эти люди были, ну, кочевниками-мигрантами, якобы. Небольшие такие отголоски, может, это какие-то первые переселенцы Индоарии, кто его знает. Ну, все остальное, как говорится, меньше разговоров, больше дела. Все остальное вы увидите дальше в видео. Спасибо за ваш просмотр. Более подробная информация об этом кромлехе будет показана в видео.